Сургутские боксеры в составе уральской сборной стали призерами международного турнира, проходившего в Челябинской области. Что дает победа в соревнованиях такого уровня, выясняла Екатерина Любишева. Вячеслав Дробный, Рудольф Исламгареев и Влад Яковенко – имена героев, вернувшихся с турнира с почетной бронзой. В соперниках у ребят были представители 5 команд, по 16 человек в каждой. Азербайджан, Узбекистан, Украина, Россия и отдельно сборная УРФО. На самом деле это немало. 3 человека в составе сборной Урала – это довольно-таки неплохо. Поэтому возраст – это всего лишь юноши, они только начинают. Поэтому мы видим в этом большую перспективу. Разряда спортсменам в этом соревновании не повышают. Участие в международном турнире – это прежде всего большой опыт. Психологическая уверенность, еще одна тренировка на технику и тактику. К тому же, это возможность познакомиться с потенциальными соперниками. Я боксировал с представителем Узбекистана, Азербайджана и сборной России. Вот. Ну, то есть показательные бои, набрался опыта. И это соревнования, которые готовят меня в будущем с участием в первенстве России. У Влада, Славы и Рудольфа это уже второй опыт международных боев. Поэтому на грядущем первенстве России от ребят ждут только победы. Екатерина Любишева, Константин Алиев, Сургут.